Итак, всем привет. Хочу сегодня показать вам новое свойство мобильного телефона, вернее, свойство одной из его функций. Итак, что нам для этого нужно? У нас есть алюминиевая трубка, у нас есть магнит. Это, ну, два магнита, слепленных вместе, ладно. Так, есть мобильный телефон. Итак, в чем заключается наш эксперимент? Алюминий. Вы все знаете, наверное, что алюминий и магнит между собой никак не реагируют. Пожалуйста. Но это тут показывать, доказывать не нужно. Я думаю, всем видно, что эта трубка не железная, потому что она тогда примагнитилась бы. Теперь, что мы делаем? Итак, включаем на телефоне функцию Bluetooth. У нас Bluetooth. Включаем. Итак, Bluetooth включен. И теперь смотрите, что мы дальше продолжаем делать. Берем нашу трубку и облучаем ее с помощью телефона. Не знаю, есть ли разница, на каком расстоянии, я сильно не проверял. Просто как только обнаружил это, решил вам показать. Экспериментировать можете сами дома. Мне кажется, для такого эксперимента любой найдет трубку и магнит. Итак, видите, что опять же Bluetooth включен. Так, наверное, хватит, я не знаю уже. Да, наверное, хватит уже. Так, выключаем Bluetooth. Все, выключили. Опа. Так, и теперь смотрите, момент истины. Опа. Вот такие дела. Я не знаю, почему это происходит, но алюминий у нас намагнитился. Пожалуйста. И теперь, я думаю, раскрыта тайна людей, у которых ложки прилипают на лоб. Они, скорее всего, много и часто пользуются Bluetooth. Вот так вот. Пробуйте. Всем пока.